оценки была способность трудиться. Человек в расцвете сил мог служить дольше и лучше других. Такая мера оценки у женщин была ниже, но важно то, что женщина могла быть посвящена Богу. Здесь становится ясно, почему дочь Иефая не была принесена Богу в качестве жертвоприношения, а, будучи посвящена ему, осталась не замужем. Анна привела маленького Самуила в храм в жертву благодарения Богу обета. Она сказала: «Господи, я сказала тебе, если дашь мне сына, я верну его тебе. Вот он». Она выполнила свой обет. А вы когда-нибудь приходили к Богу, посвящая себя ему? А своих детей приводили или приносили свое имущество? Бог не приказывает вам этого делать, но говорит, что вы можете так поступать. И если уж вы даете обет посвящения, то вы должны его выполнить. Теперь читаем стихи с 5 лет до 20. Оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. И от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 5, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать... Время нашей программы подошло к концу. Пишите нам по адресу 121-019, Россия, Москва, абонентский ящик 106, Радио Теос. Напоминаем вам, что ежедневно в 19.30 по московскому времени вы можете слышать наши программы из Южной Кореи на частоте 1566 кГц.